Здравствуйте, игроманьяки, с вами канал True Media Games, у микрофона Джейсон. Мы с вами начинаем прохождение игры под названием Bloodburn, эксклюзив для платформы PlayStation 4. Посмотрим буквально первые 20 минут геймплея, а в дальнейшем к нам в кооператив присоединится Фредди. Ну что, погнали. Не забывайте про лайки и подписывайтесь на наш канал. Зачем-то нам дают проверить все настройки перед началом. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. But where's an outsider like yourself to begin? Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Боже мой, нам дают создать своего персонажа. И вот такой вот герой у нас получился. Ну так, я взял все по стандарту, грубо говоря, немножко исправил только прическу, добавил бородку, там и шрамиком он нарисовал на лице. Ничего особенного, в общем. Begin the transfusion. Oh, don't you worry. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. Ну и, насколько мне известно, играть нам предстоит за охотника на демонов и в городе Ярман, где царит смерть, демоническое присутствие, там придется выживать и уничтожать подобных тварей. В свою очередь, игра обещает быть очень мрачной, атмосферной и чертовски непростой игрой. Лечебница Йозефики. Записка. Надпись от руки: ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту. Открывается с другой стороны. Как-то у меня ничего пока с собой нет. Выглядит забавно. В общем, игровые критики эту игру озолотили своими оценками. Сказали, что игра очень клевая, очень атмосферная и заставит вас поволноваться. Ну, вот там уже кто-то кого-то ест. А у меня ничего с собой нет. Ну вот, уже начинается. Я
занимаюсь бегством. Спокойно, уважаемый. Ну что, ты будешь меня сразу убивать, что ли? Ты прикалываешься. Но у меня ничего нет с собой. О, я могу драться кулаками. Офигеть. Просто с ума сойти. Сразу же убили, и видимо так и было задумано, что на самом деле меня должны были положить где-то в самом начале. Сон охотника. Там брошенная кукла. Чё там, запись? Класс. Да тут полно записей. Оружие. Пополнение здоровья. Что еще? Личные вещи. Жесты. Так, богаты на выдумки, я так понимаю. Разработчики-то. Используйте отголоски крови, чтобы покупать или продавать предметы через посланников. Купить. Но у меня ничего нет, чтобы что-то покупать. Ртутные пули. Он еще смеется надо мной. Пила, топор, секира охотника, трость, хлыст. Ну что возьмем? Пила, топор. Давайте пила, топор возьмем. Огнестрел, пистолет, мушкет охотника. И блокнотом какой-то дали. Заперто. Меняет то, чего нет, что ли? Так, мы должны снова пробудиться. Мы одеваем топор. Одеваем пистолет. И больше у меня ничего нет. Теперь у меня есть пила. Это удар рукой.
Это тоже удар. А как вот ее раскладывать, вопрос? Ну, допустим. О, как. О, как. Давайте попробуем. Эй, уродец. Вот скот, а. Ничего себе, я убил первого трупа и получил даже какое-то вознаграждение. Так, а где же наш... Я воспользовался хпшечкой. Можно собрать и разобрать, но здесь кем-то плотно пообедали, я так понимаю. Собрать и разобрать, это круто. И здесь подсказки. Восстановить. Еще пузырек крови. Интересно, сохранение каким здесь образом реализовано и реализовано ли вообще. Кого-то я слышу там. Можно ломать гробы. Заперто там. Тогда пойдемте сюда. Ну, если я мушкет брал. Во, мушкет появился. Обалдеть. Патроны, я так понимаю, тоже расходуются. Надо привыкать к управлению, конечно. Этот гроб уже не ломается, насколько я понимаю. Также у нас здесь стамина. В общем, все как обычно. Да уж. Ну, пойдемте наверх. А ты кто такой? Да что ты говоришь? Блин, он поджигает меня. Ну и вот отлично. Тут же восстановим хпшечку. Блин, вот это пинание трупов, конечно, это для Next-Gen, в общем, такая тема. Просто описаться можно. Спокойно. В принципе, он сложился на удар. Ничего себе. Коктейль Молотова. Обоссаться. Пузырек крови. Блин, аптечки довольно часто появляются здесь. Какой-то рычаг есть. А вот и дорога наверх. Полезли что-то. Не очень я вот это, знаете, вот понимаю. Или не хотят нам объяснять. Непонятно кто, непонятно где очнулся после переливания. Кругом демоны. У него тут же оружие из потаенного мира. Я так понимаю, это сохранение, скорее всего. В случае смерти мы проводимся, очнемся рядом с ней. Прикольно сделано, кстати. То есть это наш сейв-поинт, грубо говоря. Все закрыто.
Ладно, я вообще ни разу не против. Так, а у нас там коктейль Молотова какой-то был. Использовать. Да ладно, ты гонишь. Не может же он так использоваться, правильно? Он должен как-то по-другому использоваться. Блин, любопытно, конечно. Не знаю, я потом еще поэкспериментирую. Камешек. Я нашел камешек, я счастлив. Вообще не сомневался. Тихо. О! У! А! Надо простыми атаками хлупить, короче, не выпендриваться. Сильные атаки, наверное, надо только на боссах использовать. Я внизу кого-то слышу. О, а может кто с бронькой? Блин, ну, довольно-таки они легко ложатся, я вам хочу сказать. Но может это только в момент разогрева. Блин, вот в этих бы вообще молотого кинуть бы. Кинул, блин. Эй, ублюдки. Смотрите, они что-то там что-то задумали. Ну чё, станцуем джаз? Или не будем? Ну вас нафиг. Пойду-ка я. Ну больных много. Я еще толком ничего не умею. Но вот там уже есть здоровяк, с которым можно попробовать сразиться. Ворота заперты. Хи-хи-хи-хи. Я буду подло с тобой играть. Ух ты, мать, какой он злой. Блин, вот эти удары, конечно. Это что-то с чем-то. Тихо-тихо-тихо. На, охлади свой пыл. Тихо-тихо-тихо, аптечечку. Аптечечку. Он идет обнимашки делать. Yes! Вообще шоколадно просто. Мне нужен сейфпоинт срочно. Я не хочу потом здесь ходить. Знаете, еще раз его убивать повторно. Но, видать, меня здесь никто сейфпоинтом не побалует. Наверное, сейфпоинты здесь очень редкие. Да что ты говоришь? Снова набираем пузырьков. А сдается, мы здесь были, да? В прошлый раз нам просто не дали здесь пройти. Окей, не, подождите, но там наверху было сохранение. Если я не ошибаюсь. Повторно дадут мне сохраниться или нет? Наверное, нет. До того, как я не открою. Вернуться в сон охотника. А позволит ли это мне сохраниться? Давайте попробуем. В общем, продолжим в следующей части. Не забывайте про лайки. С вами был Джейсон. Это был канал Трумания Геймс. Всем удачи, пока.